И всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Tension Incorporated, Вескер с вами на связи, мы продолжаем записывать эпизоды про Лара Крофт, Shadow of Tomb Raider. И, как всегда, публиковать ваши вроде комментарии. Нереально, больше я не унесу. Да ладно, все ты унесешь. А где она? А, кстати, тут должен быть еще один. Так, а наверху ничего нету? Только палаточки, да? Угу. Чисто перепроверяю. Да, я записываю буквально вот второй эпизод. Буду сделать сейчас чуть привычку, печенюшку поел. Более-менее. Как открывать? Какая ручка? Тревога! Унрату! Черт! Возьми ключ. У них есть ключи, я думал... Пошли, я кое-что покажу. Это у них механизм? Ну, в принципе, логично. Скоро затмение. Когда солнце скроется, нужно открыть ларец. Он таит в себе великое искушение. Он будет манить меня, завлекать фантазией, предлагать легкое решение всех проблем. Но все же это будут только мои сокровеннейшие желания. Я всю жизнь училась противостоять искушению. Амару еще даже не видел ларца, но его разум уже в плену у этой силы. Пайтити — это прежде всего люди, и только вместе мы сможем его спасти. То есть перемены, к которым стремится Амару для Пайтити, будут равносильны уничтожению? Да. Извне исходит много угроз. Но риск — часть жизни. Мы идем на него, чтобы остаться верны сами себе. Откуда ты знаешь, что сможешь устоять перед искушением? Я не знаю. Но она тренированная. Но если я не справлюсь, алый огонь направит меня и не даст нарушить обет. Нам пора. Так, подождите, мне нужно текст забрать для начала. Что такое алый огонь? Это моя судьба. Он связан с жертвоприношением Кукулькана. Когда от алого огня пойдет дым, ищи зеркало. Это великая регулирующая сила. Все, что я знаю. Алый огонь, зеркало. А кто-нибудь из этих существ забирался сюда? Существ? Они опасны. У Тринити были с ними стычки в пещерах вокруг Пайтити. И у алтаря, где не оказалось ларца, они пришли за мной. Ты про Яшиль? Они высокие, быстрые, голодные, даже отчаянные. Я бы не называла их существами. Они нечто большее. И кто они? Ты пока подожди, я тут заберу кое-что. Так, как мне тебя достать? Оно глубже. Стоп, подождите, а где оно? Оно явно ниже меня. Может, тут есть обходной путь какой-то? Так, а если я наверх пойду другой дорогой, мне там откроют порогу? А, тут заперто. Получается, это где-то внизу. Подождите, минуточку. Вот здесь я проходил, тут ничего нету. Тут все слишком компактно в рамках одной небольшой зоны. Значит, получается, здесь будет какое-то подземелье, куда я сейчас пойду.
Получается так. А, ну выше будет. Точно. А почему оно показывалось ниже? О, это я забил. Давай вытащим нефрит в конце концов. Думаю, Унурату не будет против. Это в конце концов. Ладно. В конце концов, в конце концов. И в конце концов. Двигаемся вперед и все. Забираю все вкусняшки. Так. Мы почти на уровне с документом. О. Красивая сова. Тут должен подойти мой ключ. Подожди, а ты вытаскивать его не будешь, что ли? А, и все. Что случилось, Яши? Есть много преданий. Это было давно. Но они неустанно защищают Пайтити. Защищают? Не знаю, этого ли они хотят на самом деле. Но выходит так. Они не нападают на город? Нет. Мы всегда жили в согласии. Похоже, Амару планирует публичное жертвоприношение. Мятежника? Надо его остановить. Нет, мы не готовы и не можем рисковать ларцом. Воин, которого хотят казнить, предпочел бы смерть. Ха. Позорище. Собственной жизни ценит, тоже мне воин. Ходников тут нет никаких? Нету. Так, подождите. Я выхожу на главную площадь, что ли, получается? Зараза. Мне это надо сюда. Может, там сбоку будет какой-то проход. Хорошая фотка выйдет, кстати. О, вот. Походу вот здесь рядом. Не, да буквально за стеною. Ну ладно, хотя вот это соберу. Дверку можете открыть? Нет? Жадины. Ладно, посмотрим, есть какой-то обходной путь. Я за пером. Я его не пинал, если что. Он сам себя пнул. Так, а где наш Ухурнату? О, а это что у вас за собака такая? Это, а, это ягуа. Слушайте, у вас красивый алтарь, а кто его делал? Не дадите номерок, я хочу заказать. Нет места. Ничего не могу взять. Да. Хачмели меч. Отлично играет. На барабанах здорово. Ладно, потом вернемся в Пайтити через телепорт. Мы делай, как я. Они могут на нас наброситься. А ты где? Дожди. А, тут у меня ограничения, ясно. Сюда. Большой праздник. Джункинеш. Жрецы, благословите нас. Мы благословляем вас. А что ты на английском говоришь? Их предводителя, предательницу Унурату, вашу падшую царицу, я взял в плен.
Но еще не поздно ее спасти. Сегодня мы делаем подношение Кукулькану. Моля его о защите. Пошли, посмотрим, час, что он когда делает. Когда близится затмение, своей жертвой этот мятежник искупит былые грехи. Да узрят его товарищи свет и примкнут к нам. Так, он вроде пока ничего не делает. Амару сказал, что не хочет насилия. Для него оно просто инструмент. Если что, именно так должно было пройти. Ситуация улучшится года, кто помнит этот эпизод. Молодец. Если не помнишь, пересмотри. Прям так и называется. О! Они прямо среди трупаков стоят и радуются. И их не пугает? Это жуть лютая. О, это вообще танцует труп. Кошмар. Пошли. Принесенный в жертву. Он вновь становится одним из нас. Каким образом? Вы их съедаете, что ли? Все эти люди ему верят? Они боятся. И неспроста. Ну, правильно. Сегодня они, завтра ты. Уже недалеко. Гробница за этой дверью. В общем, с документиком точно не в этом эпизоде. Пошли. Да иду, иду. Стой. Невинные глаза сомкнутся на рассвете, когда сгинет слабость. У них что, один пароль на все двери? Нет, конечно, это удобно, с той стороны, но так каждый услышит и будет говорить, и проходи, кто хочет. В масках ты или нет. Гробница наверху. На той статуе. Я посторожу ворота. Я скоро буду. Забавно, то в одном эпизоде с трудом можешь найти хотя один нормальную арт-заставку, то с другой стороны эпизод полный арт-заставок. Иона. Мы приближаемся к гробнице Императора. Мы возле реки. Дай сигнал, и мы вас вытащим. Скажи, как будешь готова. Нет места. Ничего не могу взять. Буквально на вот по соседству доходится. О! Скажите, базовый лагерь «Подземная река»? Судя по всему, здесь есть возможность разбить где-то лагерь, но я его не... Подождите, а где он? А, наоборот, он вон там. Он либо там наверху, либо здесь внизу. Ладно, давайте изучим. Судя... Нет места. Ничего не могу взять. Судя по месту, я полагаю, что здесь, скорее всего, есть возможность для перестрелок будет. А это пароход. Подземной реке. И там же будет документик. То есть сначала мне, видимо, тут придется... Нереально. Больше я не несу. Ладно, давайте изучать. Зона вроде не маленькая. У меня нет столько места. Банки есть. Вроде ничего такого много вот нет. Ты идешь со мной? Нет? Ладно, не иди. А че, ну правильно, че, что она там сделает-то? А, максимальный запас, ну конечно. Так, сначала поплаваю здесь.
можно будет взять, возьму. Может, здесь под водой какой-нибудь артефакт еще валяется. Но нет, артефактика нету. Старая бы версия Лара Крофт, это было бы нажимной плитой. Так, а мне нужно туда. Угу. Я, скорее всего, возьму для арт-заставки момент с казнью. Ну, реально, там, конечно, трэш не странно отрицать, но, с другой стороны, слишком много золота. Да и статуя, конечно, красивая, но чую, ее судьба скоро будет решена. Хорошо, поищем вход. Ну, там выход будет. А я могу сделать тут фотку? Давайте, кстати, реально... Кто поймет отсылку, тот тому 5 с плюсом. А я пока делаю фотку. А ты напиши в комментариях, на что это отсылка сейчас. Я даже не буду упоминать, на что. Но это из Лары Крофт только. Давай, давай, залезай. Здесь можно пробраться. Тут нет других подходов. Туда, туда, туда. Нет, нет, только туда. Давай, залезай. А, внизу ничего нет? Только вода. Так, последний император. В гробнице императора. Я почти нашла, что нам нужно. Мы будем ждать. Кто-то поддерживает здесь огонь. Значит, его почитают. Наверное. Сколько символов на этих фресках? Тебя волнуют фрески, а не то, что это мумия. Какой изысканный алтарь. Видимо, это был важный правитель. Но, учитывая, что огня нет, его уже никто не почитает. Так. По поводу этих ступенек. На всякий случай. То мало ли упадет. Двери и ворота. Так, масло берем. О. Так, прежде чем идти к двери. Стоп, это не то! Подожди, Лара, вернись! Гробница последнего императора. Секта могла возникнуть после его смерти. Так, цапля и затмение. Что я упустила? Мумию сзади. Стоп, это Лопес оставил. Сердце змея лежит в чаше. Только не спускайся сама туда, пожалуйста.
Хороший кадр. Сюда! Спасибо. Только не прыгай, пожалуйста. Я не успел там посмотреть одну фреску. Нет! Мне что, потом забираться, что ли, туда, по сути, раз подряд? Еще чего? Посмотрела? Сказала? Ну, все остальное собрала, это не ломается. Ну, то посмотрим еще раз хорошую катсценку, почему бы нет? Определенно влияние инков. Серьезно, это все, что ты могла сказать здесь? Определенное влияние инков? Ну ладно, давайте еще раз глянем. Фу. Лама. Золотые ламы. Кстати, не обратил внимания. Гробница последнего императора. Секта могла возникнуть после его смерти. Так, цапли и затмение. Что я упустила? Стоп, это Лопес оставил. Сердце змея лежит в чаше. Сюда! Спасибо, еще раз. Ну давай, прыгай, теперь можно. Четко в сердце. Это командир Рурк. Есть зацепка по ларцу. Выслать отряд за Крафт. А что мешает ей ногу подстрелить сейчас? Так. Уратов. Уратов, держись. Держись. Я твою жизнь не просто так спасал. Так, держись. Отдай его Эцли. Принято. Передать власть. Он мой наследник. Мы знаем, спасибо. Он возглавит Пайтити. Я понял, ты давай дыши. Чем... Он юн, но силен. Не переживай, я унаследовал... Его дух благороден, как и кровь. Не переживай, отцовское место я унаследовал вообще в 2 года. Ларец будет тебя искушать. Держись. Мы все вершим свою судьбу. Это так. Но руку не повезет. Его точно оштрафуют. Премии лишат. Запрещали же использовать оружие на территории Пайтити, где стреляли, чтобы людей не пугать. Честно, никак все слышали этот выстрел. Прячемся. Они все друг друга на виду, ясно. Сейчас будет подлагивать слегка. Вы успокойтесь, ребят, если что.
Уилик Бишани Лекучила. Ой, зараза! Ага, есть, неплохо. Давай. Так. А как тут менять? Ой. Как менять? Ля. Давай. Уходим. Давай. Самое время начать. Давай. Лечение. Вот так, отдыхай. Кто-то еще остался? Ага, вижу. Так, а где трупешник? Ага, вижу. С каждого собираем подание. А то хранить у Нурату тут надо как-то. Все-таки бесплатные занятия, знаете ли. Нереально. Больше я не унесу. У тебя денег есть на всю. Давай. Нереально у нее там. Нереально. Больше я не унесу. Так. Это я возьму на всякий случай. Пригодится. Так, что тут еще у нас валяется? Так, тут никого нет. О, это я заберу, спасибо. О, а чё не выделяемся? Может, ещё кто-то есть? Вот ещё один валяется. Стоп, это... А, их у Нурату прибило. Может, поэтому, кстати, не выделяется? Якобы она их. А я вижу только своих. Ну ладно, у этого есть смысл. Не самой лучшей адекватности, но тоже есть. Так. Идемте. Зачем ты бросила? Иона, где ты? Я на пристани. Вижу тебя. Эй, почти все готово. Уже иду. Нет, стоп, ты никуда не уходи. Так, сделано на всякий случай резервное сохранение. А то звук пропадает время от времени, что я не знаю почему. Так, подождите. Грали надо сделать сейчас. Если сейчас будет драка, черт с ней. Звук пропадает, мне это не очень нравится. Почему-то проседает. Хороший диалог, не хочу пропускать. Сами понимаете. Так что, может, немножко потянуть здесь. Вот. Иона, где ты? Видите, несостыковка была. Сейчас опять звуковая. Эй, почти все готово. Вижу тебя. Уже иду. Вот видите, какая-то проблема со звуком.
Может, хоть сейчас будет адекватная? Ну, вообще, она дышит. Давай, дыши. Дыши. Где Унорату? Прекрасно. Звук идет. На нас напали. Она погибла в бою. Это плохо. О, нет. Согласен, это плохо. А где мама? Твоя мать, она храбро сражалась. Просила передать. Но это амулет предводителя. Да, это ты. И теперь он твой. Она передала его тебе, вы только посыльные, ничего не думай. И нам никто его не давал в личное пользование. Ты глава, поздравляю. Она была воином. И умерла самой печальной смертью для дикаря. Поздравляю, ты император. Близится затмение. Если не возвратить солнце... Я найду ларец. Я ни за что не отдам его секте Кукулькана. Начинайте приготовление к похоронам. Унорату будет жить в каждом из нас. Вы что, ее съедите? Помоги им с лодкой. Надо готовиться к бою. Восстание должно победить. Мы вернемся с ларцом. Так, подождите, я хочу документик почитать. Береги себя. Вернешься, мы будем готовы. Принято, Уча. Подождите, я хотел документ почитать. Что дальше? Вернемся в Кувакьяку, подготовимся, а дальше решим. Ну ладно, из Кувакьяку телепортируюсь. Документы не дают даже почитать. Ну, послушай, точнее, потому что Лар же их озвучит. Все ради новой загадки. Какой же? Сердце змея лежит. Там было сохранение. Я заметил, как только они отплыли, прошло сохранение. Сейчас пойдет новое. Ну, я это делал, потому что качество озвучки мне больше хочется услышать. Потому что вот это... Вот помните, был случай у нас один, по-моему, в эпизоде, когда не было состыковки адекватной. И вот это реально выбешивает порой. Вот рассинхрон звука с видео, это очень выбешивает. А если вообще звук попадает, это кошмар. Все ради новой загадки. Какой же? А ты что, не рассказал до сих пор? Сердце змея лежит в чаше, рядом с каменными ликами. Ну, лучше, чем ничего. Да, ориентир хоть какой-то. Надо найти ларец и покончить с этим. Что это? Вертолеты. У меня аж джойстик завибрировал. Привет. Спокойно. Леона! Так, это плохо. Сейчас пираньи среагируют на нашу кровушку-то. Я сделал пару полочек, конечно. Так, мне нужен лагерь, хочу вернуться в Пайтити ненадолго. Иона выжил, его точно никто сразу не убьет, гарантирую. Иона! Не переживай, Лара. Иона! Ларуся, не переживай, все нормально.
Он живой, здоровый. Опа, кого я тут нашел? Привет. Не двигаться. Не искушай. Вот именно. Давай, Лара. Давай, я готов сжать. Даже и сжать не пришлось. О, довольно мужчина после ночи с Ларой Крофт. Проверь там. Нож не забудь забрать. Молодец. Фотография командира Рурка. Есть что-нибудь? Никого. По-тихо мы сейчас разберемся. Посмотри. Что слышно? В этой зоне ничего. Тут его нет. Нашел что? Черт. По-тихому всех приберем. Как вообще выглядит волшебный ларец? О, как ларчик. Идешь сюда. До утра это не ждет? Не ждет. Перебьем всех по-тихому. Кажется, здесь ничего нет. Тут его нет. С чего вдруг такая спешка? Это просто тупик. Есть что-нибудь? Как будет что докладывать, я доложу. Да, как будешь что докладывать, доложим. Типа светится или как-то загадочно гудит? Ладно, в последний раз. Кажется, мы поискали там, там и вроде бы там. Есть что добавить? Не знаю, какая разница? Если мы что-то упустили, придется начать сначала. Ну да, ты прав. Так, как думаешь, вода в реке выше или ниже, чем тогда? Слушай, хватит расспрашивать, что я помню, а что нет. Когда операцию «Волк-одиночка» отозвали, я выкинул это все из головы. Нашел что? Хватит спрашивать. Не помню, чтобы я подписывался на поиски волшебной коробки. А ты не подписывался? Только разговоров об этом ларце. Скорее бы его увидеть. Ну, здорово.
Что же здесь не так? Будьте готовы к бою. Приступаю к поискам. Что-нибудь, стреляйте. Кто по мне пойдет, от того и придет. Пойдешь впереди, оружие наготове. Держитесь в паре ярдов друг от друга. Давай осмотримся. Начинаем поиски. Может, посмотреть там? Может, там. А может здесь? А может где-то еще? Дебилы. Дебилы стопроцентные, вот согласитесь. Так, а где мы сейчас? О, ну совершенно новая территория. Новый заказчик задания еще и появился к тому же. В общем, нам в любом случае надо будет туда возвращаться. Кстати, а у нас в этой Акапульпе... Где она, кстати? Здесь, по-моему, да? Да. Нет заданий? Да вроде нет. Ладно, в общем, надо будет найти потом точку телепорта, когда найдем лагерь, и отправиться туда, если нам дадут. Нет места, ничего не могу взять. Все ты можешь взять, она не может. Карту вот изучи, тебе карта нужна, ты должна знать, где они все находятся. Нет, не должна? Не хочешь? Передовой отряд, вы какого хрена ищете этот ларец? Враг в вашей зоне! Но доктор Домингес... Мне плевать на доктора Домингеса! Нереально. Найдите Лару Крофт и убейте ее! И как мы теперь ее найдем? Мы слишком рассредоточились. Это же была поисковая операция. Давай разделимся и сделаем, что можем. Я посмотрю там, а ты будь здесь. Возвращайся. У нас еще много дел. Подозрительно это все. Прочешите сектор. Оружие наготове. Я бы мог его сразу пробить, но он бы меня заметил. Оружие наготове. Проводим поиск. Готовы атаковать. Может так? Да. А ну иди сюда! Отлично! А ну идите сюда! Давай! Да, знаю, бандюги! Мимо!
Давай. Есть. У меня лечилок много, я запасся. Ведь ты же хорошо понимаешь, что ничего. Пора закончить с этим. Давай, иди сюда. Где ты? Сейчас ты у меня забегаешь. Чёрт, всё, я иду за тобой. Давай, иди сюда. Ты знаешь? Покажи, что ты умеешь. Ты иди сюда. Беги. Чёрт, задел. А то он получится. Она даже ледоруб не использует. Передовой отряд, вы какого хрена ищете этот ларец? Враг в вашей зоне. Но доктор Домингес... Мне плевать на доктора Домингеса. Найдите Лару Крофт и убейте ее. И как мы теперь ее найдем? Мы слишком рассредоточились. Это же была поисковая операция. Давай разделимся и сделаем, что можем. Я посмотрю там, а ты будь здесь. Некогда таким заниматься. Начинаю бой. Осмотрите этот сектор. Быстро и четко. Откройте меня, я посмотрю. Она все еще там. Пусть смотрят сколько хотят. Иди к папуле. Можешь возьмешь у них пушечку, не хочешь? А то у меня пистолетов нет, а тут у них валяется очень много. Нет? Не хочешь? А что ты хочешь, Лара? Что ты от жизни хочешь, скажи мне? Всего она хочет. А не дают ей ничего. У меня нет столько места. А, мне даже не обязательно зажимать, что ли, все это дело. А, РБ. Очень много для коктейля Молотова. Очень можно было бы не убивать их, что ли, всех? О, документик. 21 декабря 1603 года. С тех пор, как мы вышли из Синота, Лопес стал задумчивым. Я пошел вперед, но когда повернул в сторону города, Лопес призвал нас остановиться. Понятно. Затем, взяв с меня обещание молчать, он раскрыл мне свою тайну. В ту ночь у реки я встретил императора. Я признался ему, кто я, кто мы и зачем прибыли сюда. Наши разжиревшие предводители, которые занимаются интригами даже во время утренних молитв, недостойны владеть шкатулкой. Мы с императором сошлись в том, что единственный способ защитить ее от них – это забрать, унести подальше отсюда и спрятать. До тех пор, пока кто-то из императорского рода Пайтити, избранный, не разгадает загадки предка и не найдет ее. Сбросив бремя со своей души, Лопес развернулся и пошел в джунгли. Зато честно.
землетрясение. Так, ладно. Всем отрядам доложить обстановку. Кардинал 2, все чисто. Что происходит, командир? У нас был форшок. Отряд Капа. Все чисто, сэр. Давай. Это кардинал 2. Повреждение от тряски в Джульет 3. Обвал выбил из строя третичную платформу. Пожара нет. Упавшие деревья заблокировали подход Кило 2. Спокойно. На этом мы на сегодня пока закончим. А то что-то долго я слишком пробираюсь через этих маньяков. Так или иначе, ребят, надеюсь, что вам понравилось сегодняшнее прохождение. Ставим лайки, пишем комментарии, подписываемся на канал. Спасибо всем, кто поддерживает меня, пока вот сейчас у меня вот такое вот положение. Кто забывает на стрим, кто-то в курсах. Ладно, ребят, я сейчас буду записывать третий эпизод для вас. До завтра, увидимся и удачи!